В Рязани после реконструкции заработал детский сад номер 123 на улице Гагарина. Летом достроили третий этаж, что позволило открыть 5 новых групп на 140 человек, в том числе 2 группы для двухлеток. Общее число воспитанников увеличилось до 420. Садик стал самым крупным в регионе. Сегодня детский сад посетил губернатор Олег Ковалев. Он осмотрел помещение. Во многих проходили занятия. Качеством ремонта Олег Ковалев остался доволен, отметив, что не имеет замечаний, которые обычно бывают при посещении детских садов. Ну, сейчас этот детский сад стал крупнейшим в Рязанской области. Так, здесь 2 группы будут для детей 2-леток, а остальные для детей старше 3 лет. В принципе, проблема для этого микрорайона, проблема с очередью, она решена полностью. Олег Ковалев также отметил, что строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений как в областном центре, так и в области будет продолжено. Так, до конца года планируется завершить строительство новых детских садов на улице Братиславской, в рабочем поселке Сарая и Листвянке. Также городские власти планируют открыть несколько новых групп для детей 2 лет в уже действующих детских садах областного центра. Мы работаем с федеральным центром, чтобы все-таки сохранили на 2015 год еще программу развития детских дошкольных учреждений. У нас есть ряд детских дошкольных учреждений, которые нуждаются в реконструкции, осовременивании, и мы должны еще построить несколько детских дошкольных учреждений с тем, чтобы создать, будем говорить, уже задел под будущее. С решением проблемы мест в детских садах, отметил Олег Ковалев, работа по совершенствованию социальной сферы не будет прекращена. Следующим этапом станет реконструкция школ, которые должны соответствовать современным требованиям образовательного процесса, и строительством сельских домов культуры.